кэшбэком, но меня сюда зацепило, услышьте все, не кэшбэк, который я получаю, а меня зацепило, что тем людям, кому я расскажу, они будут пожизненно пользоваться, и мне не надо их заставлять купить и там БАДы или порошок, не надо. Они по этой карте будут ходить и пользоваться. Может, я их не увижу больше никогда. Они в разных городах. Кто-то в Карелии пользуется, кто-то еще где-то, да. Каждый день я открываю утром телефон, и мне сыпется кэшбэк. И я такая счастливая, я очень хочу, чтобы счастливых лиц в нашей компании было больше, Вы знаете, вот я сегодня, ну, как бы первый раз, я... Вообще, меня обычно сбить трудно, но вот здесь сегодня я немножко как-то, правда, вот, ну, заволновалась. Знаете почему? Прежде всего, мне очень хочется, что те новые люди, которые сегодня сюда пришли, чтобы они обязательно пришли в среду, я постараюсь уже не волноваться, чтобы они пообщались со своими наставниками и, ну, человеком, который пригласил в этот, ну, как бы, мы будем даже сейчас говорить не о бизнесе, а клиентский сервис. И знаете, если бы я тогда не взяла карту, я тогда уже заняла себе место. Прошел год, а вы знаете, подо мной уже было 400 человек, которые, несмотря на что, пришли, понимаете, пришли. Поэтому поймите, сегодня у вас карта, завтра у вас какой-то пакет, но слава Богу, что у вас хватило мозгов купить карту и пользоваться, потому что заведений будет больше. Вот вообще было мало заведений. Сейчас вот в Сочи, правда, как я говорю, влево, вправо, поверни везде. Сейчас вот мы находимся в Геленджике, ну да, сейчас все закрыто. Но сегодня даже порошок стиральный, там какую-то бытовую химию, наши партнеры ходят и покупают. Где-то мороженое, где-то еще что-то. Но самое главное, чем больше они приглашают знакомых, они зарабатывают на том, на чем те тратят. То есть нам не надо обманывать человека, что ты, я наоборот, человеку делаю предложение. Купи дешевле. А компания мне заплатит. Не компания, а тот предприниматель, у кого он купит. Она мне заплатит денежку. И вот каждый предприниматель рад. Потому что мы договариваемся с предпринимателями. И вот насколько это выгодно предпринимателям, я тоже вам расскажу в среду. Я вот все на часы смотрю. Поэтому я вот сейчас заканчиваю. Я хочу обратиться ко всем партнерам всей нашей огромной команды City Life. Вы знаете, я хочу спасибо сказать огромное основателям, конечно, компании за ту идею, которую они принесли. Я безумно влюблена просто в Елену Мищенко. Это вообще вот мой какой-то такой типаж. Мне нравится, что она тоже всегда говорит от души все, что думает. То есть, знаете, не включает актрису, как есть некоторые. Вот, знаете, они на публику работают, таким самолюбованием занимаются. Она прям вот открытая, классная. Я безумно люблю Гульнас Калимову, и я настолько ей благодарна. Это настолько отдающий человек. Поэтому в этой компанию я сюда пришла из-за отношений. Вот из-за отношений я пришла, у меня не было у кого-то результата, что я видела или нет. Я просто пришла, чтобы заработать на кусок хлеба. Но когда я увидела отношения, я не знаю, никто никогда меня так не любил, никто никогда мне столько не делал добра. Поверьте, это 100%. Я, конечно, хочу сказать огромное спасибо Михаилу Юрукову. Это для меня все сегодня. Это вообще, я не знаю, наверное, главный человек, благодаря которому сегодня я совершенно в другом уровне жизни, благодаря которому я живу в Сочи, благодаря которому у меня вообще все очень классно сегодня. И я хочу сказать огромное спасибо всем лидерам, которые пришли, всем элитам, амбассадорам, Дабл Даймондам, всем, кто этот путь нам протоптал. И нам было легко. Я уже не слушала тех уток, которые квакали по сторонам. Да это фигня, да Татьяна куда-то повела не туда, и все. Абсолютно было наплевать, потому что те люди прошли. И знаете, как им было трудно? И поэтому вы сегодня в самом начале, как я вот еще очень люблю безумно Амалию Барыкину, я просто от нее кайфую, не знаю, как на ночь, как молитву ее надо слушать, да, это вот Comedy Club надо еще ей выступать, да. Вот она реально говорит настолько правда, откровенно, поэтому те люди, кому, может, не надо, ну, ребят, ну, не надо, ну, не экономьте, ходите, покупайте. Я буду рассказывать всем, и обязательно, когда я пришла, вот кто-то говорит, кому я расскажу. Вы знаете, когда я пришла, я не думала, кому я расскажу вообще. Я просто знала, если мне это надо, да, то это нужно всем, это нужно обязательно всем, и я расскажу. Кто-то тормозил, кто-то изначально начинал, бросал. Сегодня я так рада, я благодарна вообще, что я всей своей команде, сегодня все, кто присутствует, я хочу вам вот прям в любви признаться, спасибо за то доверие, что вы не поверили тем вот этим уткам, я не знаю, кроликам, кому-то еще, что вы просто пошли
и до сих пор верите. И вот мы всего еще чуть больше года в бизнесе, да? Поэтому всей команде City Life держитесь. Мы вчера за один день сделали почти 20 миллионов оборот, наша компания. Представляете, в период кризиса, кризиса. Мы сегодня получаем такие деньги. Сегодня Елена Мищенко на оперативке, когда показывала чеки, ребята, я человек, который пенсию несчастную получает за один день, 149 тысяч получила. А вы смейтесь, смейтесь, кто не верит. А я буду кайфовать, и я буду делиться тем, что я могу рассказать. Подписывайтесь на мой инстаграм. Все, я уже перестала волноваться. Я желаю вам всем удачи. И поймите, вот эта карта, это не просто карта. Это ваш путь вообще к серьезному успеху. Даже если вы сегодня на карте. Даже если сегодня на карте. Но самое интересное будет в среду. И еще, я вот сейчас прям хочу такую подобрать тему для партнеров. Я в субботу еще буду выступать. К сожалению, кому не интересно, можете не слушать. Но я думаю, что я вот намного интереснее, больше расскажу. Самое главное, я хочу, чтобы вы верили в себя, верили в своих наставников. Всех люблю. И уже извиняйте меня, если я прям так сегодня волновалась, сумбурно. Ну, просто потому, что я кайфую. У меня внучка тоже поет песню, я кайфую. Я кайфую от того, что я в этой компании с такими людьми. Никого не слушайте, кто говорит какую-то ерунду. Не слушайте. Потому что те люди, кто протоптали путь, нам уже легко идти. Но даже, как говорят, если никто не протоптал, ты будешь первым. Нам не надо быть первым. Нам не надо быть первым, понимаете? Поэтому все, мне даже не хочется с вами расставаться. Ильнар, дайте ему мой телефон, я с ним лично пообщаюсь. Прям вообще, я думаю, что он точно купит карту у того человека, кто его пригласил. Он просто обижен жизнью, что-то у него не так. И его никто никогда не, как сказать, не благодарил, не любил. И он не понимает, что здесь происходит. У нас происходит не то, что в обычной жизни. Как сказала Амалия, мы тут все ненормальные. Поэтому нормальным, даже новички, знаете, мы тут все ненормальные. Мы хотим много и сразу. Всех люблю. Еще раз спасибо всей нашей компании. И спасибо за то доверие, которое я сегодня получила. Если кому-то не понравилось, ну я постараюсь в среду дать...